17:20 со стороны поселка Заливино Полесского района в направлении улицы Калининградской города Полеска следовал автомобиль марки Audi под управлением водителя 1999 года рождения, который на прямом участке дороги по улице Заводской у дома номер 42 города Полеска допустил наезд на 11-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний доставлен в учебное учреждение. По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.